olovli badiiy temperament, uyg'unlik, go'zallik, non-an'anaviy yondashuv bularning barchasi bugun tashkil qilingan Van Gogh ko'rgazmasida mujassamlashtirilgan. Butun dunyoda o'zining muxlislarga ega bo'lgan ushbu ko'rgazma bugungi kunga kelib ham birinchilikni qo'ldan boy bermayapti. San'atning o'ziga xos va sirli yo'nalishga bo'lgan qiziqish bugun yurtdoshlarimiz orasida ham kam emasligiga guvoh bo'lyapmiz. Ko'rgazmaning birinchi kunidanoq san'at asarlaridan bahramand bo'layotganlar anchagina. Shinam atmosferada bo'lib o'tayotgan rassomchilik namoyishlarining o'ziga xosligi uning noan'anaviy tarzda tashkil qilingani bo'lib, aynan shu jihat aholining qiziqishiga sabab bo'lgani aniq. Это впервые в Узбекистане проходит подобная выставка в формате мультимедийной выставки с элементами иммерсивного шоу. На этой выставке представлено более 400 работ Винсента Ван Гога. И только благодаря такому уникальному формату, как мультимедийный формат, мы можем показать все картины его, потому что картины Ван Гога сейчас представлены во многих галереях по всему миру, и собрать их это очень сложно. Винсент Ван Гогнинг ижода жуда қысқа вақт давом етген болса да, уның рассомчилик санатыга қошкан хиссасына хозиргича яшап келаётган асарлардан билса болады. У 10 йиллик ижоди давомида 2100 дан ошиқ санат асарларини яратган. Бугунги кўргазмада унинг ижоди билан боғлиқ фактлар ҳам келтирилиб, рассомнинг рухий ҳолати билан боғлиқ воқеалар эса унинг акасига ёзган қўлёзмалари орқали кўргазма давомида очиб берилмоқда. Энг қувоналиси, тарихнинг бир бўлигига бўлган қизиқиш ёшлар ўртасида ҳам оммалашган. Мы очень рады этому открытию, потому что в Узбекистане очень редко проходят эти выставки. Эффекты, которые создает прожектор, завораживают, и когда вы смотрите очень долго на эти картины, на эти экраны, вы чувствуете, как картины плывут, и вы чувствуете энергетику художника. Частое проведение таких выставок всегда нам в плюс. Eslatib o'tamiz, Van Gogh ko'rgazmasi 2023 yilning fevral oyiga qadar davom etishi rejalashtirilgan.